Привет. С вами, как всегда, Некромаз. И мы сегодня на Кели и отправляемся на майн. Как видите, вот со мной мой зайчик. Может, он принесет мне счастье. И, в общем, привет всем моим друзьям вначале. Самый особый, конечно же, привет. Это Филу и моему братишке Ямато. Также братику Миманту. Ну, вам, дорогие зрители, зрительницы, тоже привет. Так, мы тут чуть заболтались. Чуть задалеко убежали, как всегда, да? И, в общем, последние мои приключения кончились. Очень плачевно, очередной раз. Но я не унываю, это были такие как бы эксперименты, как бы что. И, в общем, помните, опа, сразу клаймик, да. Значит, я летал, как знаете, на Мунрию, там просел, потом перед Мунрией так там тусил, тоже просел. После этого я решил как бы попробовать отбить мои минуса, но опять неудачно. В общем, все кончилось тем, что я примерно где-то 135 слил. Вот такие дела. Ты что, мой? Нет, это не мой, это кто-то стал. В общем, мы сейчас находимся в ОЛА 62. Новички, можете пробовать тут как бы майнить. Если хотите, это платная земля, но в ней налог, ой, нулевой. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, такса 0%. 2,5% это для шопа. Бежим дальше. Бросаем на все сразу. Искал КФ-105 и 65 заход. Один заброс у нас 1,5 педа. Так вот, я пробовал отбивать. Все кончилось как бы плачевно, но говорю. Я уже не это самое... Не парюсь. Я знаю, что где-то что-то мне это все отдаст. Ну вот. Сегодня у нас еще одна попытка получить это назад что-то. Да? Ну, как знаете, я уже рекламировал. Сорян, язычок немножко будет. Опа. А у нас зависончик был. В общем, я уже это рекламировал. Все, кто хочет излить свою злость. Все, кто считает, что мы с Ямато там обидели, еще чего. Регистрируйтесь. Сейчас покажу. Вот на этот вот ивент, да, вот видите. Он бесплатный. В смысле, за билет платить не надо, за регистрацию. И можете против нас и маты там убивать нас сколько хотите, делать с нами что хотите. Мечами, магиями, пушками, хоть чем. Ваше право, можете повеселиться. В общем, регистрируйтесь, будет весело. Мы с Яматой будем в одной команде. Как бы... Все остальные будут с Филом. Ну вот так. В общем, приходите, регистрируйтесь, веселитесь. Ну а мы сейчас пробуем майнить дальше, да? Так, что тут? Забрось. Так, у нас листериум. Четвертый клаймик. О, подождите, что там было? А ну-ка, стой. Мне показалось, что что-то там было.
Сейчас, минутку. Или это так? Нет. Это мне показалось. Забираем свой листерию. Я, как говорил, я все еще жду свой хоф на майне, и вообще я жду хоф уже год больше. Так что мне с другой стороны не важно, где и когда он будет, я все еще его жду и надеюсь. Ямочка тусуй, да? Ну тусите, тусите. И к тому же я на хан сейчас не могу идти, потому что у меня все пушки сточились. Опа, у нас 9-й листерим. Вот, видите? Вот так вот. И вот что я вам еще хотел сказать. Я дальше буду рекламировать и Миманта, и Андрей Грифон. Заходите, кстати, в последнем видео Андрея Грифона. Там очень прикольно в конце. И про такого дедушку. Я, правда, не знаю, где этот дедушка живет. Но ему 85 лет. И он играет энтропию. И, кстати, он в PvP на Риге тусил. Это было нечто. Обязательно зайдите, посмотрите. Я в шоке, приятном шоке. Говорю, это нечто. И как и говорил, да. Особенно поддерживайте геймер Ямато, потому что он, как я думаю, сделал огромный труд. Он столько собрал вас, сделал движуху, все такое. Так что думаю, для тех, у кого есть возможность, не поскупитесь, сделайте платную подписку. Ну или, если уже у вас не получается по-другому, то приходите на стрим и ставьте лайки, смотрите, просто подписывайтесь на его канал. Человек этого очень-очень заслуживает. Конечно, скорее с его канала ко мне придут, чем с моего. Но может есть кто его не знает. Он у меня в рекомендованных, как и Мимант, как и Грифон. В общем, заходите, смотрите, радуйтесь. Пусто. Ну, а теперь хватит реклам. Давайте заниматься майном. Да что? Это, возможно, все эти такие вот подлагивания, знаете почему? Потому что этих мафоидов все бьют. Я вот заметил, когда эти бывают вот такие всякие ивенты, я сначала, вот мы говорили там на Монрии, да, но я заметил, что и на самой энтропии тоже. Не знаю почему, но бывает такое. Конечно, не так, как на Монрии на День Святого Патрика, но тоже иногда бывает.
Там, наверное, еще один майнер бегает. Образ. Бежим дальше. Йоу-йоу. Хе-хе. Oh shit. Забрас. Ну чё ты стесняешься? Не гримаса, а? Чё ты такой стеснительный? Заброс. Опять листериум. Ай, нет. Сорян, пока. Ай, да. Двойной клайм у нас. Ебадабаду. Итак, продолжаем наш забег. Йоу-йоу-йоу. Заброс. Блин, так не получается. Как на Манри, так секси. Или я не секси совсем, а? Товарищи, женщины, девушки. Да, какой уж ты секси, да? С такой рожей. Черепной. Оказывается, Майн может быть веселым, да? Или вы со мной не согласны? Чё такое? Где моя добыча? Что творится? Ой, боже мой. Чё-то на сон тянет. Хоть и весело. Чего?
Я здесь майнить не могу? Что за дебильство? Ну не могу, так не могу. Против правил не пойдешь. Да? Бежим дальше, где можно. Опять листерий. Завалим листериум, листериумом весь кали. Так, мы тут уже возле самого края, давайте поворачиваться туда, тут бегает кто-то, как-то. Заброс. Бежим дальше. Опять забрасываем беды в землю. Да. Ну. Забрасываем. Так, у нас опять Магеллан третий. Я чуть темнее сделаю. Бежим дальше. Куча. Опять пробежал. Да уж, это вы уже привыкли, да? Так. О, нефть. Третий клайм. Ух ты. Как неожиданно. Однако.
Бежим дальше. Заброс. Пюстя. Бежим дальше. Заброс. Опять нефть. Прикольно. Третий клайм. Так, я сейчас минутку. По-моему, у меня опять проигрыватель чего-то творит. Оказывается, не проигрыватель, а я сам. Я не ту папку поставил играть. Не бойтесь, с вами Некромас. Я вам расскажу сказку. Но вы не бойтесь, я вас потом съем. Да, я преподам вам урок. Примерно так поется в этой песне. Пусто. Бежим дальше. За весончик. Так. Нам пора поворачиваться. Там эти бегают. Алофилы вроде. Которых Ямато боится. Ну, может не боится, но он с ними не дружит. О, правильный. Он с ними не дружит. Бежим дальше. Заброс. Опять нефть, третий клайм. Да вы шутите.
Забрось. Идем дальше. Опять нефть. Чё там я мата говорил? Валить отсюда? Да не хочу я никуда валить. Сорян, братишка. Не хочу. Не хочу. Пофиг будет, что в Слепнир залить. Ой, не Слепнир, а в этот квад. У меня, наверное, я не знаю, уже на 65 нефти. Не нефти, залито. Слепниры, квад. Лень считать. А я все лью, да лью. Опа. Опять листерик. Класс. Чего? Пустышка. Бежим дальше. Заброс. Опять пуст. Собрался. Двойной клаймус. Опять нефть. Нефтяной магнат. Тяк-тяк-тяк. Ну чё, тусим с вами дальше. Веселимся, так сказать.
вытаскиваем из скалочку и отправляемся дальше. Бороздим, так сказать, просторы энтропии. В надежде найти что-нибудь интересное. Да? Раз. Опять у нас снег, да? Ну весело чего? Я скоро на 10 пет нарою нефть. Может, как тогда прилетит нефтью? Когда-то там без глобов, без ничего, на 65 нефти накопал после минусов. Это было весело, конечно. Так, сейчас будем бежать так уж. Да? И потом опять повернемся. Заброс. И у нас пустышка очередная. Поворачиваемся. Эй, бежим. Оу, щит. Ну, чё поделаешь. Нечаянно. Заброс. Пусто. Заброс. Опять пустышка. Так быстро. Ай-яй-яй. Заброс. Пусто. Заброс. Пусто.
Какая отпустка? Забрас. Пусто. Заброс. Осталось еще два забросика. Так, у нас двойной клайм. Газурдит. Опять заброс. Ну, был кар 5. Как всегда. Получаешь скилл-буст на 5 минут, когда он не нужен. 10% на 5 минут. Ничего, не понял. У нас остался последний бросочек. Сочек. Кейв саб 3. Ну что, сейчас я вас отключу пока, прилечу. Так, я опять с вами. Сейчас пойдем добивать результат. Так, сел. Что ж такое? В общем, у меня опять какие-то дебильства начинаются.
дворян, но я не понимаю. Ну вот, мы 51-47 нарыли. То есть, грубо считать, будет 9-5, потому что еще, конечно, сточилась копалка, искалка. Так что 9-10-5 в минусе. Вот такой у нас майник. Всем вам спасибочки за внимание. Спасибо за ваши подписочки, за лайки, дизлайки. Вам наибольшей удачи, наикрепчайшего здоровечка и пока-пока. Увидимся в других видео.